И как так получилось, что вот эти люди, которые вчера рассчитывали сложнейшие математические и физические уравнения, которые по уровню когнитивного вовлечения интеллекта они зашкаливают настолько, что, я не знаю, если вы не специалист, вы никогда в жизни даже прочитать такую формулу не сможете. Я уж молчу о том, чтобы понять, что внутри. То есть, а эта формула, она в тысячи раз сложнее этого простейшего уравнения, которое мы только что описали. В тысячи раз. То есть, интеллектуальных усилий этого физика, например, со всем уважением ко всем физикам, точно бы хватило, чтобы понять, что вас обманывают. Причем гнусно обманывают. Нет. Формулу физик пишет, но при этом немедленно начинает верить в то, что капитализм и социализм, в принципе, можно поженить, и еще идет в церковь, например, потому что нас обманывали, что Бога нет. И вот это все вместе. Да, ну и, конечно, несет деньги в МММ.